весь покрытый зеленью, абсолютно лепый. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там же... Авторизация. Мой. Послушай, майор, еще не все потеряно. Мы можем договориться. Я не договариваюсь с предателями Родины. Ты убил тысячи советских людей. Я пытался не допустить запуск проекта «Атомное сердце». Ты же знаешь, сколько крови тогда прольется. Одумайся! Погибнут миллионы ни в чем не повинных людей. Какое еще нахрен «Атомное сердце»? Я понятия не имею, о чем ты. Что? Хозяин не тратит время на объяснение своих планов цепному псу, да? Тебе не доверяют, майор? Я удивлен. Это значит, что с тобой еще не все потеряно. Да ну! Надо же, как мне повезло! И о чем же ты можешь мне рассказать, предатель? О том, что Сеченов задумал сделать своими марионетками все человечество. И он не пожалеет миллионов жизней для достижения своей цели. Для этого он наводняет мир своими роботами. Ну ты и сволочь, твою мать. Привлекли слишком много внимания, майор. Скоро здесь будет жарко. Информационных данных уровня тревоги врага, товарищ майор. Вам каюк.
как росло на острове Нерчка Людая. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ух, проклятый. Послушай, майор, еще не все потеряно. Мы можем договориться. Я не договариваюсь с предателями Родины. Ты убил тысячи советских людей. Я пытался не допустить запуск проекта «Атомное сердце». Ты же знаешь, сколько крови тогда прольется. Одумайся! Погибнут миллионы ни в чем не повинных людей. Какое еще нахрен «Атомное сердце»? Я понятия не имею, о чем ты. Что? Хозяин не тратит время на объяснение своих планов цепному, да? Тебе не доверяют, майор? Я удивлен. Это значит, что с тобой еще не все потеряно. Да ну! Надо же, как мне повезло! И о чем же ты можешь мне рассказать, предатель? О том, что Сеченов задумал сделать своими марионетками все человечество. И он не пожалеет миллионов жизней для достижения своей цели. Для этого он наводняет мир своими роботами. Ну ты и сволочь, твою мать! Может, выслушаешь меня? Выслушаю. Твои показания пригодятся в суде. Все не так уж сложно, майор. 4 года назад, в 51-м, США запустили грандиозную программу «Энергия для всех». Сейчас это известно каждому школьнику. Даже ты должен был быть в курсе. Угу, даже я. Американские капиталисты построили 50 атомных электростанций по всей своей стране, чтобы наживаться еще сильнее, продавая электричество своему рабочему классу, который и так едва концы с концами сводит из-за нищеты и повальной безработицы. Ну, потому что их лишили работы роботы Сеченова. Роботы обходятся капиталистам дешевле живых рабочих, и капиталисты вышвыривают работников на улицы. А виноват в этом во всем Сечин? Да наши роботы построили американцам все 50 АЭС за 4 года. Людям такая скорость не под силу. Петров, сука, да ты только мне зубы заговаривай.
что не полигон, вход всегда какой-то свинарник. Вынужден отметить, что рядовые сотрудники попадают на работу посредством фуникулерной линии, которая в данный момент, как вы заметили, не работает. Тоже мне. Метро. Свинарники — это дополнительные секретные входы для таких, как вы, товарищ майор. Знаешь что? Ничего. Идем уже. Заяц. 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 А ты? А я волк. Заяц. Сохранение данных. Доступ разрешен.
выберите желаемое действие. Авторизация. Майор Петри Нечаев. Доступ разрешен. What?
Специально для международных поставок роботизированной силы в дружественные страны предприятие 3826 разработало высокопрочный герметичный контейнер «Сухой» для безопасной перевозки тяжеловесных грузов по морю. Контейнер «Сухой» выполнен из высококачественного гофрированного металла с применением спецсплава СПТ-5 тип М, немагнитного состава, обладающего нулевой магнитной проницаемостью. Благодаря данному свойству, возможность саботажа грузовых судов с помощью магнитных подводных мин сводится к минимуму. Майор, оружие или способности? Thank you.
Специально для международных поставок роботизированной силы в дружественные страны предприятие 3826 разработало высокопрочный герметичный контейнер для безопасной перевозки тяжеловесных грузов по морю. Контейнер сухой, выполнен из высококачественного гофрированного металла с применением спецсплава СПТ-М, немагнитного состава, обладающего нулевой магнитной проницаемостью. Благодаря данному свойству, возможность саботажа грузовых судов с помощью магнитных подводных мин сводится к минимуму.
проникновение данных. Слушай, ты тот еще надоедливый черт, но, несмотря ни на что, хочу сказать спасибо. Ты и вправду оказался полезен. Один бы я тут с ума сошел. Благодарю. Взаимно. Без вас я тоже никуда. Неужели? Вы моя батарейка. Ха, пошел. Только вместе с вами, товарищ майор.
хранения данных.